подожди, ну я же уже вытащил, что ж я хоть полукругом отсниму тут. Опять этот пердуханец мне попался. Юляша, все хорошо? Да. Какие-то обручи здесь не видно. Я ехать уже второй обруч ломается. Какие-то они вообще никакие. О, этот паркер тут автопарк. Парк главное. Современный город. Так, костёл. Со святому, да. Пешая зона. Пешая зона. А этот зацепился неожиданно, записался. Да? Почему? А. Это мимо шли, типа, да? Таня, посмотри, что там написано. Улица какая? Жидовская. Могла бы заснять. Бистро, пап. Бистро. Быстрый пап. Да, ну вот какой кайф, к примеру, сидеть вот здесь, я не понимаю. Кайф от того, что просто сидеть. Да. Ну. Не знаю. Посмотри, там машинка, а, она уезжает. Вот, кстати, прикольно тут сняться. Посмотри, какое это будет видно на фотке. Видишь? Ну что, мужик, что ты можешь рассказать по данной теме? По данной теме я скажу следующее. Ага. Попробую щелкнуть, конечно. Нету фоток? Это не можешь сфоткать? А что ты хотел это? Ну, вот это, а этот хорошо снимает. Кстати, фотка. Я говорю, 10, это уже почти взрослый, да. Уже надо учиться, как замуж выходить, и совсем скоро уже, как говорится, детей рожать. А если бы на селе была, уже давно в поле пахала бы. Да, они там с 3 лет их уже берут. Они уже с 3 лет что-то делают. По дому там. Слушай, а это что, я не понимаю, гора, что ли? А ты какую гору проспала? Когда? Ты же на подъезде тебя вырубила. Я даже испугалась, думала, что у тебя плохо. Ну, конечно. А я тебя дергала, так ты да даже... Ладно, я нет, тебе я говорю, июля, а потом думаю, ладно, а вдруг ты действительно спишь, и что я тебе... Там такое здоровое прям. Ну так покури, господи. Ай, ну он же будет сюда, ну и что? Иди, идем туда, покуришь. А вон, видна, это же она, да? Гора. О. Вот она. О, 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 о.
Да, это точно гора. Мы с той стороны ехали. Сувениры, да, кстати. А, да. Кстати, вон сразу, ой, и тут так хорошо, о, такой ветер. Да. Да. О, тут очередное это самое сувенирный. А что там? А ты сейчас сколько здесь все это счастье? Не, барашек нам. Юля, не надо на барашку садиться. Сейчас. Я хочу вот это. Ну, пошли посмотрим. Хороший. Да. Это тебе не нравится? Хороший. Причем. Не, ну они такие своеобразные. Ну? В плане видов Бабельский замок нервно курит в сторонке с видами, которые, ну, у него световой площадь. Да. Что-то вообще ничего не помню. Ну, там как и было. А, парк. Ну, вроде же писали, что парк, какие-то насаждения красивые. Тоже бесплатно можно. Потому что, если честно, селов нет. Если надо было в музей, тогда надо было прямо к открытию пилить. Ну, да. А что Юльке в подарок-то дали, я не поняла. Мячик? Да, такой, который падает и... Да. Ну, и где он? И... Да ты что? А-а. По-нашему это уже 13. А монетка же тоже тут, да? А я что-то не вижу ее. Она в кулечке лежит, отдельно в бумажном кулечке. Да? Это вот это? Вот это, да. Монетка. А мы типа монеты собираем. Заметьте, как тут, да? А нет, там тоже было 2 пива. 10 злотых, 2 пива. А, 2 злотых. 10 злотых. 10 злотых. 2,50. А, все цены плюс-минус. Ну, плюс-минус, да, там евро. Во-первых, 50. Я говорю, мне так кажется, что особо сувениры, вот они все и сосредоточены. Они же для кого? Ну не эти ж пойдут свое покупать, правильно? Ну кто-то, да. Таких, как а мы. Это где-то здесь, и все, естественно, повыше будет цены. Все. Естественно, это всегда так. То есть вряд ли, ну что-то можно найти где-то там. Но это же сколько времени, извиняюсь, займет. Попробуй найди. Поэтому нет смысла уже, надо покупать что-то и все.
Не знаю, мне все нравятся вот эти все магнитики. Я вон на Турцию посматривала. Не, ну я тоже, я когда подхожу, да, мне же... А знаешь почему? Потому что у меня особо много где были. У некоторых, знаешь, там весь мир уже вдоль и в попере. Конечно, им уже пофиг этот магнитик покупать и все прочее. У них уже весь холодильник в них. А у меня, если так посмотреть, во-первых, не так много. Потом, если посмотреть, там эти магниты, это не мои. Туечка с Болгарии, с Вены у меня есть магнитик. Даже вот мои бухгалтера, где кто был раз, так и привез, ну, подарит. Да, это же не то, чем когда ты сам был. На одной руке можно. Это вот вы меня всерьез на поездку взяли, Венспилс. Где я была? В Польше, когда тысячу там лет назад. Да, и тоже на базар же, вечно ж не ходишь. По этим селам мы. Ты что мне, Петруся, занимался этими железками продавать для тракторов, там, и мы-то так, считай, такая, ты знаешь. Ну, а куда еще мы? Настоящий отдых это. Еще бы. Юленька. Ну, ну ты вот издеваешься, что ли? Иди нормально, не надо так делать. Не надо, Андрей. Ну, что еще сказать? А говори, но объясняй нормально, не оскорбляй. А, ну вот, все-таки, да. Не, я помню, какой-то небольшой. Красиво, очень красиво. Как мне дети скажут, мама, цветы это твое. Нет, я стала любить цветы.